Думать не за себя, а за других. Так поступают люди, которые стоят на стороне народа. Депутаты маслихатов всех уровней знают, что от них зависит многое в решении наболевших вопросов в родной области либо городе. К примеру, Майраш Екбасова позаботилась о парке отдыха для усть-каменогорцев. Карагандинец Болат Базарбаев не прошел мимо проблем с отоплением в поселке Ахтау. Девиз избранников народа с заботой о людях. Они неохотно рассказывают о совершенных благих делах. Зато о них красноречиво рассказывают другие. Еще 5 лет назад здесь были скалы, камни и мусор. Морское побережье города практически не напоминало курортную зону. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Появилась новая достопримечательность – набережная. Морское побережье преобразилось почти на 3 километра. Смотровые площадки, спуски к морю и амфитеатр стали излюбленным местом отдыха горожан. Александр Убейкин на набережной отдыхает сам и встречается с друзьями. Я, конечно, рад. Очень новая набережная, очень хорошая, красивая. Первым делом привожу сюда гостей наших с аэропорта сразу на набережную. Пальмы, красота вся. С детьми здесь часто гуляю. Дать новую жизнь набережной помогла строительная компания, которую руководит депутат Актауского маслихата Оскар Кирилбаев. Но такими масштабными проектами его работа не ограничивается. Народный избранник – один из первых, кто отправил бригаду для помощи Арысе. Руками его подчиненных была восстановлена одна улица и возведен жилой дом. Я прежде всего строитель, а это самая гуманная профессия. Я уверен, объединив усилия людей, можно добиться высоких результатов в любой сфере. Депутат маслихата Усть-Каменогорска Майраш Екбасова за стенами кабинетов от проблем горожан не прячется. Страдающая от онкологического заболевания Майраш работу не бросает. Курирует одну из самых сложных отраслей. Следит за деятельностью коммунальщиков. Этот парк создавали не без ее помощи. Депутат отстояла финансирование проекта, обеспечив окраины местами массового отдыха. С помощью Майраши Аздины, благодаря ее настойчивости, можно сказать, сегодня мы имеем в парке хорошую детскую площадку, спортивный стрит-воркаунт. Буквально в прошлом году установили у нас освещение парка, установили 37 опор и 42 светильника. То есть теперь парк у нас освещенный. Депутат Булат Базарбаев из Караганды в прямом смысле дарит тепло. За свой счет он отремонтировал автономную систему отопления в поселке Актау. Жители обратились к нему за помощью. Результат долго ждать не пришлось. На восстановление котельной потребовалось 3 миллиона тенге. Но деньги не важны, когда на кону благополучие людей. Мы выполнили им капитальный ремонт. То есть заменили, значит, теплообменники, оборудование заменили вот перед отопительным периодом. Все это сделано на безвозмездной основе. На наших комиссиях мы рассматриваем вопросы касательно жилищно-коммунального сектора, строительства. Поэтому, имея опыт в этой сфере, часто встречающиеся вопросы на наших заседаниях решаются достаточно легко. Искренняя радость на лицах людей – вот лучшая оценка их работы, говорят депутаты. Тамара Степанова, Вячеслав Ветлугин, Марина Золотарева, Ренат Дусалиев, Дмитрий Пыхтин и Василий Савкин. Хабар 24.